Масштабный ремонт городских дорог, который прошел в этом году, может обернуться судебными разбирательствами. Антимонопольщики выявили признаки картельного сговора при проведении 37 аукционов. Бюджет сильно переплатил. В ведомстве считают, что подрядчики договорились не конкурировать между собой, чтобы не уронить стоимость контрактов. Дело возбуждено в отношении 6 фирм. В текущем году в Омске были отремонтированы 56 дорог. Во многих аукционах принял участие всего один подрядчик. Контракты заключались по максимальной цене, хотя еще до торгов власти заявляли, что рассчитывают сэкономить несколько сот миллионов рублей. Если сговор подрядчиков будет доказан, делом займутся правоохранительные органы. Впрочем, в региональном правительстве, где конкурс проводили, факт сговора опровергают. Чиновники говорят, по многим объектам победителями были определены именно госпредприятия. Однако были случаи, когда они в силу объективных причин проигрывали конкурс. Так, например, Омск-Автодор участвовал в торгах по ремонту автомобильной дороги Омск-Тара. Объект изначально стоил 268 миллионов рублей, и при торгах расходы сократили до 41 миллиона. При таких условиях государственное предприятие не смогло составить конкуренцию коммерсантам.